Сепаратисты Карабаха объявили русский вторым официальным языком. Накануне так называемый парламент Нагорного Карабаха принял законопроект, согласно которому русский язык стал вторым официальным в самопровозглашенной НКР. Ранее один из авторов проекта, Арам Арутюнян, отметил, что проект разрабатывался с учетом ряда социально-экономических и культурных факторов, а уже после войны прибавился и фактор размещения российских миротворцев. В итоге на части территории Азербайджана, временно входящей в зону ответственности российского миротворческого контингента, парламент сепаратистов принимает свой закон, которым придает некий статус языку иностранного государства. Действия остатков сепаратистского режима в Нагорном Карабахе продиктованы одной единственной целью – желанием понравиться России, а также желанием сделать так, чтобы их сепаратистские устремления защищали российские войска и российская сторона в целом. Вот это основная цель всех этих ненужных потугов, считает азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. По его мнению, это не что иное, как подхалимаж. И самое интересное то, что после деоккупации значительной части нашей территории, именно в зоне бывшего Нагорно-Карабахского конфликта, после восстановления контроля над этими территориями со стороны азербайджанской армии, мы вскрыли достаточно нелицеприятные для армянской стороны факты, в частности, посягательство армянской стороны на русские православные храмы и в Шуше, и в Гадруте, подчеркнул он. По словам Ильгара Велизаде, к сожалению, неопределенная ситуация вокруг деятельности остатков сепаратистского режима вносит определенную тревогу. Ну, что касается действий армянской стороны, в частности, остатков сепаратистского режима в Нагорном Карабахе, они продиктованы одной единственной целью – желанием понравиться России и вообще желанием сделать так, чтобы вместо значит, них здесь стояли, вернее, их сепаратистские устремления защищали российские войска и российская сторона в целом. Вот это основная цель всех этих, значит, ненужных потугов. Это, если сказать общими словами и наиболее доходчивыми словами, то это подхалимаш, кроме как подхалимаш здесь ничего нет. Что интересно, то, что после деоккупации значительной части нашей территории именно в зоне бывшего Нагорно-Карабахского конфликта, после восстановления контроля над этим территорием со стороны азербайджанской армии, мы вскрыли достаточно нелицеприятные для армянской стороны факты, в частности, это значит, посягательство армянской стороны на русские православные храмы и в Шуше, и в Гадруте. В Гадруте русский православный храм был разрушен, в Шуше он был переиначен, переделан на армянский. Мог бы продолжаться и в перспективе. Кстати говоря, до деоккупации, до 44-дневной войны, скажем, за несколькими годами до этого, армянская сторона любила повторять тезис, что сила армянского оружия достаточно, чтобы отразить удар азербайджанской армии. Эти все слова оказались блефом, пустышкой, и в ходе 44-дневной войны армянская сторона тщательно пыталась вовлечь в конфликт Россию, чтобы фактически Россия воевала с Азербайджаном. Но это у них не получилось, теперь они пытаются сделать так, чтобы остатки вот этого сепаратистского режима, который все еще, к сожалению, действует на азербайджанских территориях, чтобы его защищала Россия, российская сторона, российские военные, чтобы они пребывали на этой территории бессрочно и вот всяческим образом создают для этого условия. Вводят так называемый второй государственный язык русский, как русский язык. Если бы у них была бы воля, они бы вместо своего флага повесили бы российский флаг, или вместо, значит, там два флага бы развивалось. Ну, еще необходимо отметить, что
К сожалению, вот эта ситуация, неопределенная ситуация вокруг деятельности остатков сепаратистского режима, она, конечно, определенную тревогу вносит, и определенные тревожные ожидания в связи с этим имеются. К сожалению, эти тревожные ожидания стимулируются заявлениями неадекватными различных представителей остатков сепаратистского режима. Я так понимаю, что азербайджанская сторона, естественно, держит на контроле эту ситуацию. Не исключаю, что сейчас существуют определенные консультации и ведутся согласования, в том числе с российской стороной, с российскими миротворцами по этому вопросу. Происходят телефонные разговоры между главами государств. То есть эта ситуация держится под контролем. И я понимаю, что в обозримом будущем, конечно, она разрешится. Такие, как Баласанян, там, Арутюнян и так далее, они вот в сложившейся ситуации, в условиях, когда в повестке дня стоят вопросы с разблокированием территории, путей сообщения, с возвращением вынужденных переселенцев в эти края, вот эти люди в конечном итоге должны будут сдать свои полномочия, вернее, у них и нет полномочий, это самопровозглашенные полномочия. Я думаю, что эти люди должны будут покинуть эту территорию. Я понимаю так ситуацию, что в связи с этими кадрами, в кавычках, тоже могут вестись определенные консультации и согласования относительно возможности их удаления с этой территории. Как этот процесс будет происходить, покажет время. Ну, в любом случае, поскольку азербайджанская сторона всегда демонстрировала решимость вернуть под свой контроль все территории, то я думаю, что этот процесс продолжится. Пока все эти территории, на этих территориях не будут восстановлены, не будет восстановлена юрисдикция Азербайджана, азербайджанская сторона, скорее всего, останавливаться не будет, не намерена. Поэтому все эти заявления, действия этих лиц носят временный характер.